В день Конституции Российской Федерации приказом президента был введен Общероссийский день приема граждан. Теперь люди смогут обращаться по личным вопросам в государственные органы и органы местного самоуправления, точно зная, что их примут и выслушают. Предполагается, что эта инициатива поможет наладить диалог между населением и государством. Наша съемочная группа побывала в Видновской прокуратуре и посмотрела на активность жителей. В Видновской городской прокуратуре 12 декабря, в день Конституции Российской Федерации, было особенно людно. А все потому, что теперь по всей России двери государственных учреждений, таких как суды, военкоматы, правоохранительных органов и муниципалитетов, открыты для посещения гражданами нашей страны. Если во время приема выяснится, что проблему человека сможет решить другая структура, то для этого предусмотрена онлайн-переадресация вопроса и так называемый отложенный прием. Запись на другой день в другое госучреждение. Но особенностью Общероссийского дня приема является то, что ответ обратившемуся на его чаяние дается сразу. Цель по-любому благая, поскольку действительно многие люди в силу своей неосведомленности даже в том числе на приемы какие-то ходят редко, или зайдя, скажем, там в домоуправление, их, грубо говоря, не выслушали, и все, и ушел человек, и все. Есть хотя бы один день, где двери открыты в любом учреждении, в любое время. Людмила пришла в прокуратуру на общероссийский приемный день с целью добиться справедливости. Все дело в том, что полгода назад ее сына жестоко избили. Он с семьей шел по улице, когда сосед начал оскорблять его. Завязалась драка, молодой человек упал и ударился головой. Долгие месяцы лечения, и вроде парень идет на поправку, но виновника случившегося так и не осудили. Приговор – причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Чтобы справедливость была, чтобы он был наказан, вот кто это сделал. Чтобы его признали, что это умышленно, а не неосторожно. Все, кто пришел 12 декабря в Видновскую прокуратуру, остались довольны введением Общероссийского дня приема граждан и выразили пожелание, чтобы таких дат было больше. Я иду с надеждами, что сегодня в особый день хоть произойдут какие-то улучшения. Будем надеяться, что Общероссийский день приема граждан принесет свои положительные плоды. Это станет хорошей традицией, когда люди будут знать, что хотя бы один раз в год они точно могут прийти и обратиться со своей проблемой. Юлия Погосян и Адамия Наталья Муслаева. Видно это?